Эти ребята – чемпионы. В марте команда завоевала золото всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Казани. Достижение тем более значимое, что все они – ученики одного класса Сосновоборской средней школы номер 4. Понятно, что спортивные победы невозможны без наставников. Любовь Куницына – тренер, педагог по физкультуре, а еще и классный руководитель. С первого класса она занимается с этими детьми. За 8 лет школьники превратились в отличных спортсменов, преданных физкультуре и добрых друзей. Это азарт, это адреналин, когда ты выходишь на дорожку, когда дают старт и бежишь. Это незабываемое ощущение. Незабываемое ощущение победы. Мы в этом году выиграли Казань 2019. Это было чудесно. Мы и плакали, и смеялись. Я хочу сказать спасибо своим напарникам по команде. Они для меня очень важны, я их всех люблю. Мы каждый день вместе, каждый день. Это уже вот как семья, правда, неразлучны. И Любовь Сергеевна, и Евгений Васильевич. С Любовью Сергеевной и с детьми занимается ее супруг Евгений Васильевич, тренер спортшколы. Более 50 лет он работает в спортивном образовании. Вместе они сумели создать особую атмосферу и в школе, и на стадионе, и в жизни. Хотя, как скромный муж, Евгений Васильевич все заслуги приписывает своей жене. Она очень большой труженик. И она отдается вот этой работе полностью вся. С детьми постоянно, не только вот школа и все. Нет, и дальше она то на столбы их тащит, то еще куда-то. Все время, вот, когда ты отдаешься ребенку, и ребенок тебе тоже, как говорится, идет с отдачей. Дружный коллектив, очень дружная команда. Это кадры июньского чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике, который проходил в Иркутске. На дистанции 1500 метров уверенно победила Наталья Аристархова, мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка России, призер международных турниров, участница чемпионатов Европы и мира и ученица Евгения и Любови Куницыных. Вполне возможно, что кто-то из этих ребят тоже сможет стать чемпионом страны или мира. Во всяком случае, Евгений Васильевич и Любовь Сергеевна будут им в этом помогать. И они знают, как. Семья Куницыных – наставники чемпионов. К этому стремишься, чтобы ребенок чего-то достиг. А вообще самая главная цель в жизни – чтобы вот эти ребята прошли все испытания и стали настоящими людьми. А спорт этому очень содействует. Это вот не только эти ребятишки. Сколько уже выпусков у нас было. То есть благодаря спорту они становятся крепкими, сильными, ну и преодолевают препятствия, которые им приходится в жизни преодолевать.